по требованиям наших подписчиков сейчас все-таки пойдем посмотрим, на самом деле ли в Щецине сносят памятник русскому военному и польскому работнику. Ну да, вот, я вижу, сейчас кран стоит. Да, демонтировали часть памятника. Он был очень большой, с флагами польских воеводств. А спереди красовался непосредственно русский, советский военный и польский работник. Вот. Вот так все это выглядит. Оба. Вон кран. Ну, в принципе, уже больше нечего показывать. Оп. Это, дорогие мои, Щецин, мой любимый торговый центр. Ну, он был очень высокий, примерно, но с ростом, если вот сравнивать, то по росту он был как, ну, кран, вот стоит даже чуть выше крана, а осталось уже ничего. Вот, поэтому делайте выводы сами.